Наши приветствия! Сегодня мы здесь на выставке. С вами Анита и Даня, в гостях у Ольги Горбачевой. Артистка, певица и художник. Это все о ней. Сегодня Оля презентует в Харькове фотовыставку. О семи жизнях женщины расскажут фото. И, конечно же, автор. Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, а какие они, семь жизней женщины? Они такие красивые, вот нарядные, как ты. Они так нежно улыбаются и всех-всех любят на свете. Это, если сказать двумя словами и понятными всем людям на земле, всем жизни женщины, каждая должна женщина проживать каждую свою роль вот так красиво и гармонично, как ты улыбаешься, и так нежно и чувственно, как ты задаешь вопрос. Спасибо. Откуда взялась идея для создания такого проекта? От любви к мужчинам, вот таким, как, каким ты вырастешь, от желания быть самой лучшей женой, музой, хозяйкой, любовница, это еще не знаешь пока этого слова, партнером, творцом своей жизни, и от желания войти в глубокий контакт со своей душой и прожить свою жизнь на земле счастливо и полноценно. На выставке представлены только черно-белые фото. Почему? Потому что вот твой друг, соведущий, как и все мужчины, он не так видит ярко цвета, как женщины. Это если пошутить на эту тему. Но вообще, вот если ты сейчас посмотришь вот на ту женщину, ты, твоя первая реакция, то, что увидишь, ты воспримешь все в черно-белых цветах. И только чуть-чуть позже, на несколько секунд, твой мозг начнет воспринимать цвета. Это если на физиологическом уровне. А если на уровне фотографии как вида искусства, то черно-белые фотографии – это классика, они никогда не выйдут из моды. И когда я буду старой бабушкой Олей, то эти фотографии будут по-прежнему очень круты. Понимаешь, какая моя долгосрочная цель? Остаться в вечности и оставить прекрасные фотоработы фотографа Геннадия Черномашинца. Приятным бонусом фотовыставки стал показ секретного видео, который еще не выходил в свет. Расскажите, что это за видео? Ой, оно такое секретное. Мы его рассылаем только подписчикам нашего сайта. И этот концерт видели люди всего однажды в Киеве. Но он очень правильно построен по всем женским энергиям. Он очень женственный. Его создавали все женщины-творцы. И я захотела сегодня показать этот ролик. Это как реклама нашего женского фестиваля, праздника для женщин «Солнце». Вот когда мы приедем с «Солнцем» в Харьков, я привезу тех мастеров, которые для моих деток помогли мне сохранить мою семью, потому что я знаю, вот мы взрослые часто думаем, что вам все равно, будут ли папа и мама вместе, а вам не все равно, правда? Самое главное, что папа и мама были вместе и любили друг друга. И я вот привезу тех мастеров, которые расскажут женщинам, как правильно выполнять свои женские задачи в мире и сохранять семьи не только для деток, а для любви во всем мире. А вечером покажу этот концерт. Я рада, что тебе понравился очень ролик. Правда красивый? А песня хорошая? Да. Супер, спасибо. Выставка посетит 7 городов. Фотопроект был создан совместно с фэшн-фотографом Геннадием Черномашинцевым. Художники показывают, какой многогранной является женщина. Муза и мама. Самый лучший день, это мой каждый день с тобой. Это когда проснулась утром, ты просыпаешься со мной. Самый лучший день, это когда мы просто рядом. И не нужны уже слова, и только два довольных взгляда. Просмотр фото – это тоже и своеобразный тренинг. Ольга Горбачева пытается донести вам, дорогие зрители, чтобы вы были свободными. А Музньюз уже посмотрели на фотографии и донесли искусство вам. А далее в эфире «Скачком легко и просто» от продюсерского центра «Нова мода». Ну а мы, Анита и Даня, прощаемся с вами. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Алло, Людочка, а знаешь, что я про тебя узнала? У тебя до сих пор 3-й айфон. Как, ну и что?
Там же пасьянс косынка раскладывается на 2% быстрее. Я теперь всем расскажу об этом. А еще, Людочка, я всем расскажу, что ты не можешь отличить роллы от суш. Все парни будут над тобой смеяться. Миша, хочешь меня сфоткать? Нет. Миш, ну сфоткай меня с едой, ну пожалуйста, ну сфоткай, сфоткай, с едой, ну Миша. Ладно. А еще, Людочка, у тебя нету ни одной фотографии с едой. И по всем урокам в дневнике 12. Как? Ну и что? Это же не модно. А еще у тебя радикулит под мышкой, грыжа на пятках и... Лучше бы ты ей сказала, что целовалась с ее парнем. Да она уже и так знает. Ловолодин.